лет назад, так, значит, и остаются. Это будут песни Вадима и Валерия Мещуков на стихи поэта, которого я не соизволил уточнить. Дилетантский, наверное. Вот. Потом это будет Анатолий Киреев, вроде бы как на его собственные стихи. И, значит, дуэт Иваси, кто из них, опять же, написал третью песню, я не знаю. Но очень хорошая, мне нравится, я думаю, вам тоже понравится. Собирались наскоро, обнимались ласково, пели, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Сегодня в трех тональностях петь. Вот ми, ля, ре в перемешку. То одна, другая, третья. Сейчас будет, по-моему, ля. А город дышал теплом, и за его окном больше не в силах молчать. Дождь начинал стучать по черепичным зонтам. И я спрашивал, кто там? В ответ мне звучало «Нет, я не тот, кого ты ждешь, я дождь, так-тик-так-тик-так-тик, часы стучат, и стрелки мчат по кругу, словно руки к новой встрече и разлуке, так-тик-так-тик-так, и дождь стучит, весь мир молчит и дремлет в лужах стадион». Футбольный матч перенесен. Мой друг, ты создаешь уют, песни твои поют ласточки у гнезда, скорые поезда. Может, ты старый актер или эхо древних гор. В ответ мне звучат не просто я на них похож. Я дождь, дождь, так-тики-так-тики-так. Часы стучат, и стрелки мчат по кругу, словно руки к новой встрече разлуки. Так-тики-так-тики-так. И дождь стучит, весь мир молчит и дремлет в лужах стадион. Футбольный матч перенесен. Будильник старый без стен.
стекла, и ночь золоченой стрелкой, и первый снег на волосах, следы седой зимы, а впереди вся ночь и две невымытых тарелки. Ах, кто бы их помыл? И 28 ног строк, как стая голубей из клетки, и тысячи ночей иных, как смерч над головой. А впереди вся жизнь и две исписанных салфетки, и все, и больше ничего. Спасибо.